Сталкиваясь с агрессией и непослушанием домашних животных, их хозяева порой не знают, как скорректировать поведение четвероногих любимцев. Самые распространенные случаи – это когда питомцы начинают грызть мебель, метить в квартире и кровати. За помощью нужно и можно обратиться к специалистам клиники доктора Чулковой. Там появилось новое направление – зоопсихология. По поведению животных можно судить об их здоровье, в том числе и психическом. Если четвероногий друг становится агрессивным, без причины лает и царапается, грызет мебель или метит кровати и ковры, это говорит о том, что у него стресс, и ему нужна помощь зоопсихолога. У меня кот постоянно метит. Что мне нужно делать? Он метит как? Он метит, ну вот ходит когда на полу, или он предметы какие-то определенные, или он... На мою постель. Но бывает, проблемы это психогенного характера, то есть, ну, это психические. Здесь, ну, как бы зоопсихология нужна. Когда животное именно или назло это делает, ему не нравится, или он, то есть, мстит за что-то вам, или он, запахи ему какие-то не нравятся. Стрессовая ситуация может быть вызвана разными факторами. Например, взрывы петард. Из-за испуга животное прячется и отказывается выходить на улицу. В таких случаях нужно временно исключить прогулки. Нервничает питомец и находясь в интересном положении. Она вот сейчас готовится стать мамой. Вот, она немножко тревожится. Она там ночью не очень хорошо спит. Вот тоже просится на кровать. Ну, кровать высокая, я боюсь ее туда, вот, чтобы она спрыгнет, повредится. И вот она как-то немножко нервничает. То есть как это нам, как лучше себя вести с ней, вот, чтобы подготовить ее так к родам и после родов, какие вот особенности. Если есть такая возможность, конечно. Конечно, Господи, для любимой собаки можно спать на полу сколько угодно. Ну и как бы старайтесь побольше внимания ей сейчас уделять. Некоторые берут даже отпуска. Часто изменения в поведении любимца хозяева замечают по возвращении домой с работы. Разорванные вещи, вместо виляния хвостом полное игнорирование, отказ от пищи. Так может проявляться недовольство из-за вынужденного одиночества. И даже избыточный поток внимания и ласки вечером не компенсирует дневной стресс. Но у специалистов есть определенные инструменты и приемы на этот счет. Кошкам можно купить интерактивную игрушку. Это такой лазерный лучик, который в отсутствии хозяев будет сам там бегать по стене, и кот будет играть все время, пока вас нет дома. Или там какие-то механические игрушки, они двигаются, вот эти мышки. Это также интерактивные игрушки, это мячики в лабиринтах, тоже очень интересная тема. То есть для собак очень много игрушек, которые, ну, как бы содержат запахи, феромоны, они их так успокаивают и в то же время создают такую приятную атмосферу. Но если поведение животного не меняется в лучшую сторону, необходима помощь ветеринара. Для начала доктор советует сдать анализы, ведь из-за стресса могла развиться мочекаменная болезнь. Подобные ситуации нередки в зоопрактике, когда сильные переживания вызывают серьезные заболевания. Но если вовремя обратиться в клинику, простой совет зоопсихолога поможет сохранить спокойствие и питомцу, и его хозяину. Татьяна Крючкова, Максим Мещеряков, телеканал «Волгоград-1».